Приветствую вас. Есть несколько важных моментов, которые я хотел бы вам раскрыть в контексте вашей проблемы. Значит, первое. Первое – это готовность парня, значит, ну, быть с вами, жить с вами, да, вместе, насколько вы знаете, значит, с человеком, вот, насколько вы, ну, хорошо друг с другом знакомы. Вот. Что вас объединяет, да, то есть, ну, какие у вас общие темы, интересы, ну, вот. То есть, это все такие довольно важные моменты, да, потому что, если, например, у вас мало общего, вот, то, соответственно, большая вероятность, что у вас, ну, будут серьезные проблемы в отношениях. Если вы также своему мужчине, ну, допустим, по ряду причин не даете раскрыться, да, но я не говорю, что специально, я говорю, что просто если он с вами не раскрывается, вот, то это также проблема. Может быть проблемой для вас, для ваших отношений. Вот. То есть тут, значит, основной момент такой, да? Не поспешили ли вы жить вместе? Вот. То есть, опять же, я, конечно, не знаю, но как вот вы рассказываете, как вы описываете историю, ну, очень может быть, что поспешили. Вот, и понятно, что хорошего в этом ничего нет. То есть, поддались, например, страсти, вот. Поддались, например, какому-то, ну, какому-то порыву, какому-то влечению, да, и вот, собственно, решили жить вместе. Вот, хотя было, например, еще рано, ну, допустим, да, вот. То есть это вот такой момент, важный момент, надо сказать. Следующий момент – это ваша потребность во внимании. Это вот то, что вы нуждаетесь во внимании. То есть вы говорите, что мне не хватает внимания, там, допустим, своего мужчина, вот. Это тоже очень важный момент, потому что нехватка внимания, недостаток внимания, это проблема достаточно серьезная, вам ее нужно, ну, решать, ну, как минимум, да, самостоятельно. То
работает, чтобы не было такого, да, что вы подобно ребенку требуете от мужчины, чтобы он вам там дал внимание, да, вот, чтобы, ну, вот, это, в принципе, такой аспект. Третий момент, который хотел бы раскрыть, это момент того, что человек, по всей видимости, боится чего-то. Чего боится сказать, конечно, сложно, потому что информации о нем очень мало. Вот. То есть, чего он боится вообще, непонятно. Вот. Но однозначно могу сказать, что боится чего-то, что есть у него страх какой-то, определенный страх у него есть, вот, и, соответственно, он этот страх так вот проявляет, ну, таким образом. Вот, хорошо это или плохо, да, в данном случае уже не важно. Что нужно сделать вам? На самом деле в этой ситуации лучше не давить на человека, да, отпустить его, то есть, ну, не хочет, не надо, вот, больше внимания обращать на себя, вот, на то, что, ну, важно, дорого, там, ценно вам, вот, больше внимания забрать на этом, вот, значит, вопрос внимания, вопрос удовлетворения собственных потребностей за счет другого, за счет, в данном случае, за счет молодого человека, тоже лучше решить самостоятельно. Вот, и вспомнить изначальную цель. То есть, зачем вы, собственно, начинали жить вместе. Вот. Ну, то есть, для чего? Чтобы что? Вот, это важные моменты, вот, потому что одно дело, если вы хотели чего-то получить для себя, да, это тогда рассматривается отдельно. Другое дело, если вы хотели что-то получить, то есть что-то сделать для молодого человека, это рассматривается тоже отдельно. Вот, ну и, соответственно, молодой человек, он, может быть, так переживает свой страх, что он окажется неспособным к отношениям. Вот, вариантов здесь может быть много, безумно много. Вот. А все их не стоит даже рассматривать. Вот. То, что пропало доверие между вами, да, ну это такая достаточно стандартная история, когда люди начинают жить вместе, да, значит, перестают воспринимать друг друга адекватно, вот, к сожалению. И в итоге видят уже только как некого такого, знаете, ну, близкого человека, вот, который, ну, может там
негативно что-то воспринять, негативно что-то услышать, негативно что-то понять. Вот. То есть это такие довольно неприятные истории. Вот. И здесь, опять же, очень важно именно все-таки не давить на человека. Вот. Очень важно не давить на человека. Очень важно, как бы быть к нему внимательной, чуткой. Вот, потому что у него могут быть сложности. Вот, ну и, собственно говоря, идеально, если вы поменьше думаете о себе, побольше думаете о нем. И если принимаете его вот, ну, таким, значит, какой он есть. Вот. Это идеальный расклад для вас. Ну, и, то есть, как бы, да, понятно, не требовать, значит, доверия, да, вот, от него, не требовать того, чтобы он раскрывался, обязательно. Вот, ну, просто, потому что, вот, как может, так и действует. Вот, если у вас есть свои желания, то, соответственно, вам, ну, за эти желания нужно нести ответственность самостоятельно. Вот. Вот так, можно ответить вам на ваш вопрос. Давайте посмотрим, что вы спрашиваете. Как быть и что думать? Да парень кризис переживает, вот что думать, то, что думать здесь можно, а как быть, я вам сказал. Вот. Но меня больше интересует, конечно, для чего вы начали жить вместе и откуда такое вот, знаете, ну, такая потребность в том, чтобы он уделял вам внимание. Это, конечно, то, что мне прямо очень интересно, вот, потому что, ну, как я уже сказал, потребность во внимании – это ваша потребность, и вам ее нужно удовлетворять самостоятельно, вот. Если вы сделать этого не можете, то, соответственно, налицо личностный конфликт, вот, и, соответственно, в личностном конфликте вам нужна помощь, вот, которую может оказать психолог, как раз таки. Вот. А также, значит, проработка вашего отношения к парню. То есть, ему тоже нужна сейчас помощь в адаптации к новым реалиям. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Обратите внимание, что вы заговорили про другую женщину. То есть, если у вас, наверное, еще и неуверенность в себе. Вот, ну, возможно, да, вот. Может быть, у вас есть ну, из-за этого у вас такие страхи, вот, которые имеют место быть. Так что, смотрите, значит, возможно, тут вам понадобится помощь.
Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.